Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дитол, и сегодня мы играем с вами в Гренни! Да, ребятушки, ну что же, сегодня мы немножко подрожим и потрясемся, потому что эта бабушка наверняка нас очень сильно напугает, и мы постараемся ее обмануть. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Хоррор, ребята, на канале Дитол, и, конечно же, мы начинаем. С вас по лайкусику, по жирному. Команда Дитол играет в Гренни, вы так давно просили, мы делаем специально для вас. Поехали! Ну что же, погнали, плей, и нам предлагает Difficult. Какой? А, да, давай нормал сделаем, почему бы нет? Ну, давай сделаем нормал. Смотри, у нас есть экстра локс какой-то, даркер. Это что такое, типа... Не знаю, мьюзик. Давай просто галочки будем ставить или нет? Вот так вот сделаем? Ну да, что такое экстра локс? Какие-то дополнительные, наверное, замки. А, типа экстра сложные замки? Да. А может быть, они нам не нужны? Ну, давай уберем их, ладно. А Darker это типа еще темнее. Еще темнее. Не, ребят, эпично. Давайте не будем. Давайте посмотрим, хотя бы разберемся, что к чему. Поехали в игру. И, конечно же, нам желают удачи, ребята, да? Да, и нам говорят, проваливай отсюда. Ну что? У тебя есть 5 дней, нам пишут. Ну, дальше я, к сожалению, не успел прочитать, но сюжет явно какой-то необычный. Первый день, ребята, первый день. От бабки убегать будем, да? Я не знаю, что с ней нужно будет делать. Ребят, пишите в комментарии, кто играл в эту игру. Где мы вообще оказались? Мы проснулись, ребята, с вами проснулись. Где-то в комнате, в очень страшной комнате. Ага, и что нам нужно сделать? Мы можем подойти. Под стол, да, забраться? Что тут написано? 5 days. 5 дней. 5 days, ребята, можем спрятаться под кровать. Вот так вот. Прикольно. Можем зайти в настройки и сенсу поменять, да? Да, но я думаю, нужно ли нам это или нет, вроде как нормально. О, смотри, можно открыть что-то. Видишь, залутать. А, шкафчики можно залутать. Да, и нам говорит, там тоже написано проваливай отсюда. Где шкаф? В шкафу? Да, написано. Уходи из дома, покинь дом. Ну ничего себе. И что нам нужно сделать, ребята, интересно? Смотрите, смотри, можно взять и бросить, получается. И бросить, да, кинуть. Надо это делать, интересно, не или знаю. В бабку кинем. Так. В бабку кинем, ну ладно, хорошо. Тихо, ты слышал, что такое? Картина? Половица заскрипела, и картина упала, ребята. Слушай, а там вот шкаф еще есть какой-то. Шкаф тоже можно расчистить. Да ладно! Да ну тебе! Ты кто такая? Я испугался. Ребята, это что такое? У нас уже второй день нас завалила эта старуха. Я чуть не отлетел. Ребята, таких кирпичей навалил я, что просто... Вообще нереально, даже ничего не произошло. Что так страшно-то? А что она в этом шкафу сидит? Вы должны покинуть этот дом, написано. Давайте покинем. И что ты хочешь, опять шкаф открыть? Да она опять там сидит, а! Да нет, она зашла просто. А, она ничего зашла? Она сидит. Тут вообще не видно, что здесь вообще происходит. Да ладно. Да это из-за того, что половица скрипнула, она прибежала сразу. И смотри, у нас уже больше нет статуэтки. Да ждут тебя. Давай дверь открывай. Сейчас она стоит. Она там. Закрыта. Она стоит, а не открывай эту дверь. Давай под кровать спрячемся. Прячься. Здесь еще более-менее. А что, может, задать ее надо или что? А может, здесь посиди просто. Ребята, а что делать-то надо? Давай еще раз в шкафчике обыщем. В день второй, может, другое что-то, да, происходит? Я не знаю. Бабуся. Фу, блин, страшно. А как выбраться-то отсюда? Ребята, почему так страшно-то получается? Ты опять, давай прессе под кровать, она сейчас придет. Кто? А может она придет и дверь откроет, правильно, так и надо наверняка. Так и нужно было дождаться просто. Слушай, у меня еще... Смотри, трясется дверь. Тихо. Да, она зашла сюда. Какая злобная бабка. Она с бейсбольной битой и стол поставила на место. Да ладно, смотри, смотрит, что происходит. Она не знает, что мы здесь, что ли? А интересно, сразу можно выйти за ней или нет, а? Смотри, дверь закрыла. А почему здесь присесть нельзя, да? Тихо, чтобы двигаться. Ну что, выходим? Я, конечно, боюсь. А, но... есть, можно присесть. Да ладно, можно красться. А вот так прям под стол можно залезть? Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Ditol Hard Play. Ссылка в описании. А, смотри, она там, она идет обратно, Нет, она не идет обратно. Не пугай меня так. Я с кирпичами сейчас хожу. Ну-ка, подглядываем за бабулей. Она ушла, видимо, в эту комнату, да? Да. Может, давай. Ты посмотри, как забаррикадировано.
Беги! Не могу! Она битая нас просто по голове сжала. Огрела нас битый. Ух, ребята. День третий. День третий, ребята. Смотри, уже два дня мы просто впустую слили. И вы, получается, на третьем дне. Но мы уже знаем прекрасно, что можно стол опрокинуть, и она сюда придет. Или картину. Или картину, или стол, в принципе. Мне кажется, мы в прошлый раз тоже стол задели. Во, картину, да, смотри. Во, картину, смотри. Давай обратно под кровать. Первый этап пройден, сейчас она прибежит сюда, эта бабуся, а? Да, ребята, надо вот так и сделать. То есть единственное, что мы здесь можем сделать, это... Она говорит что-то. Да, представляешь? А что она такое говорит? Она просто дверь открыла. Не-не, она что-то там бубнила, типа, я вижу тебя. Да-да-да-да-да. Ребята, открыла. А что она в этот раз решила не заходить? Она как-то издалека повесила. Подожди, стой, ты тормози, она еще не ушла. Мы бы увидели, как она ушла. Может, она стоит? Что-то она здесь стоит. Не иди сюда! Да не-не-не. Тихо. Может, с этой двери закрыть. А давай в соседней сразу. А, да прикинь, никак, куда она исчезла? Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Детол Лего. Ссылка в описании. А я думаю, она вниз пошла, или вот сюда. Давай откроем, посмотрим. Дверь закрой, дверь закрой, дверь закрой! Ха! А в ванну можно залезть? Смотри, что у нас да здесь есть. О, да ладно, здесь Мелон есть. И что с ним делать нужно? Слушай, а почему нельзя спрятаться в шкаф, например, да? Слушай, она сейчас услышит! В шкаф можно было спрятаться, ты представляешь, дверь закрыть. Нельзя ничем скрипеть, короче, вот так. Да, если мы что-то открываем, закрываем, она приходит. Да что ж так страшно, ребята, вам тоже страшно, когда вы играете в эту игру, я даже не знаю. А что мы, это мы уже такие побитые, сразу валяемся? Да, с кровищей сразу, ребята. То есть у нас остался один день, последний шанс. Да, мы на последнем издыхании. Давай все-таки стол опрокинем. Давай в шкаф. О, смотри, там что-то валяется, кстати говоря. Да ладно, где? Да, вот, видишь? Вот рядом со столом, левее. Вот. Да, представляешь, реально. А может, это статуэтка, она нас поймала, как раз статуэтка упала, нет? Не знаю, давай сейчас подойдем, сейчас посмотрим. Что сказала? Мне кажется, она так смеется просто. Ну да, только что. Надо, короче, сразу дверь закрывать и искать, где спрятаться. Опа, а почему она не заходит? Смотри, а почему стол встал на место, ты видел? Кто его поднял? Он только что встал на место сам. Кто его поднял-то здесь? Ребята, здесь помимо бабки еще призрак бабки, что ли, есть? А, видимо, игра заглючила, ты понимаешь? Да, походу, реально мы не видим бабку, она где-то рядом шляется здесь. Давай вылазим. И посмотрим, а что там валялось-то? Ты стол не снес? Да подожди, ты что там лежало? Да, статуэтка наша. Наша статуэтка? Да, ты да. Стол там не свалил? Слушай, а мы дверь открыли, она сейчас придет. Думаешь? Слушай, она там где-то может. Беги. Да ладно, не нашла или нашла? Нет, не нашла. Бабка не нашла, ребята. Ничего себе. А долго она так будет стоять? Я не знаю. Почему она такая страшная? Я не знаю, она реально стрёмная. Прям жуть какая-то. Можно прямо перед ней, получается, да? Да, то есть, в принципе, можно спокойно за спиной у нее ходить. Главное, чтобы она тебе дубиной не достала. Че, пойдем? Подожди, она стоит у входа. Да не, она прошла вниз куда-то, она внизу обитает. Там руль какой-то лежит, для чего он нужен? Какой ты руль? Я ничего не успел заметить, я только и ждал, что она выпрыгнет откуда-то из-за угла. Слушай, получается, в «Привет, сосед» нам нужно попасть в дом, а здесь нам нужно из него выбраться, да? Да, ребят, кстати, кто не смотрел «Привет, сосед», обязательно посмотрите, мы пройдем эту игру, я думаю. Да, ребята, мы играем. Так... Капкан, сейчас наступит его. А, это капкан. А можно его подобрать, нет? Наверное, нельзя. Она поставила, туда больше нельзя пройти, прикинь, да можно, сзади можно. Будет стоять. Можно пройти, давай вот эти комнаты посмотрим, давай, что здесь ну-ка. Хотя бы. И это ее комната, да? Чё-то не знаю, прячься сразу, прячься где-нибудь, прячься под лавкой. Да ну тебя! Ты так заорал! У нас последний день. За Last Day он завёл. Да я таких кирпичей навалил, да почему так страшно? Вроде ты знаешь, что она может подобраться к тебе, да? Ребята, если играть в темноте ночью... Я спать сегодня не буду вообще, реально, ребята, это просто какая-то дичь. Ужасы какие-то. Слушай, получается, мы можем выйти, нам не нужно ждать ее, у нас дверь открыта. И она сразу бы стояла здесь, вон она идет, нет, не идет. Прячься, не пугай меня так. Да под кровать ты беги. Да ладно, мы убежим, сейчас подожди. Да, думаешь, она здесь под кровать спрячется, спрячется, она сейчас придет. Где она? Слышала, она что-то мяукала где-то. Да, она где-то мяукала? Да. А вот, мне кажется, она показалась где-то. Нет, назад.
Видишь, там что-то там моргает. Что-то, да. Что цвет какой-то, да? Что она там делает, по ходу дела. Смотри, что там такое интересное. Она не идет сюда. Да? Да, ну, ну давай, что, давай дальше, дальше. Давай пошли. Аккуратненько вот так, да? Ты хочешь посмотреть? Не смотри туда. Не надо. Лампочка, лампочка моргает, смотри, видишь? Ну смотри, она капканы расставила. Вот хитрая бабка, а. Где она, вот интересно? Тихо! Прячься! Вставай, беги! Вставай, беги! Только не сюда! Да ладно! Да, жесть! Ох, ребята, 5 дней мы прошли, да? Какое дело, мы завалили немножко, да? Ох ты, нас в подвал скинули куда-то, бабка, ты что нас еще дальше куда-то забросила? Она нас забросила про... Да ладно! Жуть какая, ребята! Мы теперь... Не, подожди, мы живы еще, да? Да, да, мы теперь из подвала... Тебя! Да что ж так стрёмно? Геймор, ребята, на этой... Мурашки по коже идёт, ребят. На этой жёсткой ноте мы и заканчиваем игру, пойдём скидывать кирпичи. Вам огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте лайки, напишите, снимать нам ещё эту игру или нет. Да, а ребят. Мы с вами прощаемся, с вами была команда Детол, бабушка нас сегодня напугала. Ух, ребятки, и чем больше лайков соберём, тем быстрее выйдет серия. Всем спасибо! С вами был Акман Дитол, до новых встреч, новых видео, пока! Пока!